Today we kill chest and front delt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ribs. Yeah. And chest push. Yes. 3, 4, 9, 5, 6. Good. 7. Good. 8, 9, 10. Study. 1, 2, 3. Squeeze. 4, 5, 6, 7, 8. Come on. Keep. 9, 10. Five ribs. Come on. 1, 2, 3, 4. Come on. 5. Nice. Come on. Ça tue. Big chest. 9, 10. Друзья, привет! Сегодня качаем грудь вместе с моим другом, про-атлетом уже, Джулианом. Мы уже сделали пару упражнений, они были довольно-таки интересные, но я их не прокомментировал. Первый был жим, классический, на наклонной скамье. Потом мы делали сведение рук в тренажере. Использовали статику и динамику. Очень хорошо забивает, уже грудь у Джулиана раздула, у меня раздула. Сейчас мы будем только уже ее добивать. И для этого мы будем использовать тренажер, жим перед собой. Делаем 10 повторений до середины и полностью, а потом пампом 10. Сейчас первые легкие, потом мы вам покажем хардкор. Let's go. Let's go. Okay, so it's lightweight first. Here. Up and pull. 1. 1, 2, 3, 9, 10. Видите красную, красная грудь? Это значит, кровь пошла в грудь, куда и надо, куда мы ее качаем. Yeah, good pump. Это разминочный был, а сейчас будет рабочий. Never stop until the grave. Next. Следующее упражнение будет разводка лежа на степе. Ложим коврик. It's fly. All the way down, touch floor. Never stop until the grave.
тренируем передний пучок плеч и верхнюю часть груди. Используем опять статику. Сначала одной рукой держим. Работаем 5 раз одной рукой, потом 5 раз второй. Очень хорошо пробивает передний пучок. 2 раза меняем и потом 2 еще 10 раз добиваем. Сейчас легкий вес, хотя тут тяжелый не возьмешь. Завяжем глаза, не завяжем глаза. Burns, it burns. Ребят, потренировались мы с Джулианом, убили плечи и грудь. На самом деле такая тренировка была не очень серьезная, но получилась тяжелая. Вот, сейчас после тренировки мы выпьем кока-колы. Нет, шучу, на самом деле протеин. Протеин. Я буду тестировать новый, это спонсора Джулиана. Надеюсь, очень вкусный. Насчет белка, я его буду получать, конечно, из еды обычной, но чисто попробовать протеина стоит. Вот. На самом деле сильно не рассчитываю на протеин, но как сладость после тренировки десерт очень даже хорошо. Сейчас мы замешаем и употребим. Трудно шейк болтать, плечи забиты. Салюты. Салют. Good.
Very tasty. Like? Протеин на воде, но вкус как... So sweet. I like it. Спасибо. Пожалуйста. Очень вкусный протеин. Как будто как шоколадное молоко попил. Но хотя бы протеин на воде. I like it. I make like. Yeah. Good, good. Now pancakes. Yep. Let's go. Let's go pancakes. Et voilà, gaufre et pancake protéiné. On va se régaler. Hop là. Let's go. Avec un peu de sirop pancake aussi. Et un petit peu de glace. Bye guys. Allez voir.